Маленькими ножками, заповедными дорожками. Название новой книги говорит само за себя. Листая страницы, юный читатель словно отправляется в виртуальное путешествие по можжевеловым холмам уникального уголка природы. Автор издания Анна Пукиш, волонтер заповедника, говорит, идея создания книги появилась во время прогулки по Утришу. Вместе с единомышленниками отобрали самые интересные факты о флоре и фауне и объединили их в познавательную мини-энциклопедию. Руководство заповедника поддержало идею и выступило в качестве издателя. В итоге, как считает сам автор, получилась не просто книга, а экскурсия в книжном формате. Можно увидеть в книге тех животных, которые там описаны. Они же не ждут нас, чтобы мы пришли с ними, сделали фотосессию. Вот. И поэтому мы постарались в книге посмотреть на этих животных с другой стороны. С интересной стороны, чтобы это было интересно детям и описать те особенности, которые не видны вооруженным взглядом. Когда вы работаете с заповедником, вы чувствуете, что вы становитесь частью чего-то большего. И это большой яркий мир, в котором в котором вы видите энтузиастов своего дела и профессионалов. Вот. И те, как они работают вместе. Это просто замечательно. Над книгой трудились целый год. Тщательно прорабатывали оформление. На каждой странице иллюстрация, большинство из которых написаны детьми. Валя учится в 6 классе и занимается в художественной школе. Это ее первый опыт в качестве иллюстратора. Дельфины издают очень красивые звуки в море. И мне показалось то, что их можно изобразить как музыкантов. Книгу можно будет получить в подарок за участие в конкурсах, которые регулярно проводит заповедник. Часть изданий уже нашли достойное место на полках городских библиотек. Полную версию можно прочитать и на официальном сайте заповедника. Ольга Родина, Ксения Сипко, Михаил Григорьев, Анапа регион.